Хотим поддержать Сардану Трофимову, пятикратную чемпионку России в марафоне, которую не включили в состав олимпийской сборной. Состояние Сарданы лучше всего передал в стихах Максим Карамашев, руководитель легкоатлетического сообщества «Сборбег». «Я шла всю жизнь к Олимпиаде, к своей единственной мечте, и только этой цели ради сегодня я на высоте. 5 раз я титул защищала, имея допуск, норматив, я так страну свою любила, вершин так много покорив. Но вот беда моей России, я оказалась не нужна. Быть может, я не так красива? Скажите, в чем моя вина? Десятки тысяч километров оставила я за собой, Якутии холодные ветры, Киргизии горячий зной. Я больше, дольше всех трудилась, я тонны пота пролила. Вчера мечта моя разбилась, в тупик тропинка завела. Что делать дальше, я не знаю, застряла будто в горле кость. Нет, я не плачу, не рыдаю, кроссовки просятся на гвоздь. Сардана, мы тебя любим и гордимся тобой».